радостные. Семейные праздники Львовок проходят так же весело, как и городские гуляния с написанием сценариев, с постановкой театрализованных представлений. Дом всегда полон радости и открыт для гостей, дворовых ребятишек и одноклассников, детей. Итак, семья Львовок, Чувашская республика, обладатели диплома второй степени. Приглашаем в зал. 21 ребенка. Семья Абашевых, Пермский край. Обладатели диплома первой степени. Лучшая семья Приволжья. Браво, молодцы! Воспитывают троих детей. Они победители областного конкурса «Нижегородская семья», международного фестиваля семейных династий «Вера, надежда, любовь» и просто пример для подражания. Семья Шульдливых трудолюбивая, содержит подворье, приусадебный участок. Регенеративно занимаются приусадебным хозяйством. От всей души поздравляем вас. Диплом третьей степени окружного конкурса «Успешная семья Приволжья». Удмуртская республика, семья Каретина. Спасибо, спасибо, дорогие друзья. Уважаемая семья Нелюбых, также уважаемая Алла Ле...